Настя Каменских приятно удивила поклонников похудевшей фигурой. Недавно солистка группы «Потап и Настя» Настя Каменских предстала перед поклонниками в образе в стиле вестерн. Звезда примерила высокие массивные ботильоны, синие джинсы, черную майку и белую шляпу. В целом элементы одежды не спелись и жили каждый своей жизнью. Несмотря на не очень гармоничный образ, Настя выглядела, как всегда, обворожительно, а поклонники отметили, что кудрявая красотка заметно похудела.